Ракета упала, что тут произошло? Так радостно-радостно прилетела он через дырочку, смотрите, и упала сюда. Все приходят, тут фотографируют, через каждые полчаса ходят. И немцы были, и японцы уже были, кого тут только не было. ЖЭК крышу сделал, отопление сделал, он дырку в полу там вот внизу заделали. Настю вот этот я сам лепил, чтобы ходить можно было. Боим Порошенко, там на первом этаже. Ну туда же этого настила не было, сюда он не приходил, он понизу только ходил. Если в 4 часа ракету отсюда вытянули, он приехал в 12 часов ночи смотреть, что тут произошло. Все спят, никого нету, только он и журналисты. И все, больше никого тут не было. И охраны. Ага, и охрана, тут полностью, человек 150 охраны. Вот это и все, что тут было. Раньше я гордился Украиной. Сейчас мне становится стыдно, что я живу в Украине. А что мне через что? Посмотрите, что творится. Война, люди воюют сами с собой, брат с братом воюет. Что это такое? Вот после этого обстрела, конечно, страшновато уже, тем более в наш район что-то все время залетает, получается, частенько. Тогда, когда ополченцы уходили, сейчас вот идешь и думаешь, а вдруг опять что-то начнется. Собакой-то гулять надо выходить, хоть в магазин можно перебежками сбегать, а собакой все равно надо и час, и полтора ходить. Я ничего не придерживаюсь, я не знаю, уже и те надоели, и те, и все главное, чтобы не стреляли, вот так.